Всем добрый день суток. Видите, она что делает, белка? Все равно идет к щенку. Каюру пошла. Это продолжение моего дня, начало. Утром погуляли. Морды лежат. Всем добрый день суток. Мои лежат. Забрал, сейчас поеду. Сладко. Каёчек на песке. Зад почему-то в тени и прячется. О, главный дьявол. Щен. Одни ушки торчат. Спит там на соломе. Возле стеночки. Ладно, сейчас я их загоню и поеду вкусняшки смотреть. И так далее, и так далее. Вот, надо прекращать немножко, прекращать часто давать, потому что на вот этих больших вкусняшках и они перестают толком питаться и так далее. И ждут именно что-то так другого. Поэтому немножко я их обрежу хотя бы не каждый день, потому что они просто реально уже даже творог лежит, когда такое было. Вот, одна белка только вот с творогом вообще. И, ну, с любым, с любой едой. Чего-чего вот там валяются, видите? На солнышко пригревает, но ветер северный холодный. Вот. Растянулись. Вот, видите, она какая. Балдеет. Бела. Бел. Бел. Го. Что хвостом виляешь? Бела. Тык-тык-тык-тык. Бела. Лежи, лежи, лежи. Лежи. Что ты встала? Ну, видите, чистится. Села и почесаться. Что идешь? Иди ко мне. Ревнивая. Иди на место. Пойдем, пойдем. Иди, иди. Ну ты мордочка. Белый, иди. Доедай давай. Влад, иди. Иди, мой хороший. Творог, доедай. Иди ко мне. Каюр. 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 Четвертый раз сказать, каюр. Иди. Мода. Молодец. Да ты моя мордочка. Ай, ты прижимается. Дай поглажу тебе. Дай поглажу. Дай поглажу щенка. Мордочка. Просто умиляет. Отдыхать на соломке. У тебя игрушек вон. Вон сколько игрушек. И поросенок, и морковка, и ботинки. Что тут, Миша? Миш, коронавирус тебя не укусил? А рядом скворец сидит, смотрите. Скворца видите? Вот он. Миша, мы поехали. Так, ну блокпостов нет. Успею, успею. Не, блокпосты снят, здесь снят блокпост. Значит, едем нормально. Движение сильное и как будто обычный день. Без самоизоляции и так далее. Потому что машин очень много.
Сейчас посмотрим, что будет в городе. Вот. Буду надеяться, что Сберкасса работает. Мне надо там проплаты сделать. И за видеонаблюдение дома там и так далее. Сейчас. И там и посмотрим, что там. Движуха. Мне тут здесь вот стоит человек. Проверяет. Там брали, они здесь же. Он без машины, без всего. Движение вообще такое есть, но людей мало на улице. Не вижу я как бы особо. Народ ходит. Бабушки, дедушки, как говорится. Ну ладно, мы сюда едем. Как бы вот движение на машине, могу сказать то, что вообще как обычно. Как бы в масках ходит, он один пошел в масках. Вот человек идет в маске. Движение хорошее. Сберкасса работает, но встать там невозможно просто. Поедем дальше. Тротуары, вот смотрите, тротуары пустые. Как бы народ. Один человек там идет, один там. Как бы движения такого нету. По людям особо нет движения. Ну, народ гуляет без маски. Вот кто-то в маске, кто-то без маски. Поеду, надо на почту еще мне. С Алишки должны стекла прийти мне на телефон. У меня камера же разбита. Ну, стекло для камеры. У меня Samsung K50. А здесь я уже говорил как-то в предыдущем видео. И надо, если они пришли, там что-то 31 грамм, что ли. Там больше упаковка, наверное, весит, чем сама посылка. Мне Юра поменяет. И все. А то я много раз надо, он ловит из-за этой трещины. На стекле ловит фокус, то размывчато, то это, надо несколько раз протереть, там этот, чтобы он сработал, из-за этой перелом идет, это, и он путается, поэтому не знаю, что там пришло, но да, дай бог. Так, ну сначала Сберкасса, потом буду заявки выполнять, туда-сюда, и сейчас поеду по рубцу потом. Сейчас проплачу и сразу поеду в фермерский магазин заеду. Так. Так, до знака встанем. Пойдем сходим. Вот дедушка закупился. Правильно. Ну вот, город так был пустой, так народу нету, машина двигается. Все сделал, оплатил, проплатил, туда-сюда. Ой. Дорожники работают, разметку делают, видать, к праздникам и так далее, обновляют. Вот. И народ оживляется, ждет. Сейчас заеду в еще один магазин. Смотрю, нет, вот этот рубец будут давать. Он частично очищен. Но мне сказали, что сейчас все гайцы и все посты сейчас на кладбищах. Не знаю, так или не так, но я не был на кладбище. Поэтому сейчас делаю, переделаю кое-какие дела и все. Сейчас 15 градусов на улице. Едем вперед. Ну все, взял последний говяжий рубец, сколько там было в пакете. Вот Ленина вспомнил, всех с наступающими праздниками майскими и так далее. Дай бог вам хорошо всем посидеть на огороде и где там на природе и так далее. Вот. Мы постараемся повыезжать, погулять сейчас.
Продаю им таблетки, обработаю. И все. Сейчас приедем, посмотрим, что они там. А, мне в одно место надо. Блин, я забыл, куда мне надо. Мне же не надо, мне надо развернуться. Так, надо занести мне картошку посевную. Взять штучки, доделать сетку. Пока я здесь в березках. Так. На месте. Ой. Бардак-дурдом. Это наш дом. Так, и мне не хватило двух штучек. Вот одна есть. Дайте еще одну. То пойду-ка одну. Вот. Одна. Ну, сделаю тогда. Одну буду ждать, когда откроются магазины. Это фольга. Фигня. Пустые. Витамины. Пусть здесь стоят. Так, одну эту пластиночку нашел. Так. Тут там скворцы бегают. Мячики, кругом мячики. Елочка растет. Трава тоже уже пошла. Сейчас крапива попрет. Нормально. Трава уже начинает по чуть пробиваться. Гуляю там с собаками. Так, ладно. Пойду дальше сейчас. Так, мне картошку надо занести. Скоро посадочно начнется. Надо движок поменять тоже на мотоблоке. Купил уже, сколько, второй год уже пошел. Подсадиться, да. Так. Поскорее бы открылся, надо тросики купить. Ну все, сейчас уберу и погнали. Ну, здесь работает блокпост. Ну, другие. Я не знаю, молодые какие-то. Нам город не нужен. Сейчас, когда приеду домой, дам им, там я взял рубленную голову, свинячью, поросячью, там мяса достаточно, и кости не такие сильные, как у говядины, вот, и грачи, везде грачи, вот, и они погрызут, сейчас подрастает, и рубец сейчас нарежу, и все. Мелкой. Сейчас я до одного места доскочу, посмотрим, как там вода. Вода, кругом вода. Здесь тоже вот мы гуляли раньше всегда. Я из сада, и с Ханом гулял в этом лесу. Но от леса осталось одно название. Здесь лося я тогда снимал, кто помнит. Соболь был молодой, он на том зеленом полице. Он выскочил. Но сделали везде питомник. Здесь они решили сделать питомник. И все. Заяц тогда он здесь жил, я его даже не стрелял, много раз мог его приговорить, но не трогал. Один жил здесь, и как бы это, так он остался. А теперь поурубали, небось куда-нибудь смотался в другое место. Не всегда охотники, изверги, как многие считают, убийцы и так далее. Я вас уверяю, мы лучшие защитники животных, чем кто-либо. Мы сами охотники, настоящие охотники. Мы лишний раз на курок не нажимаем, и от баловства тоже. Кто балуется и хулиганит, стреляет все подряд, это не охотники.
Вот они, да, приносят вред. А настоящие охотники нет. Мы кормим и помогаем выживать. И ведем численность. Следим за численностью на количество. Так, нет, здесь нет, казалось. Регулируем количество зверя. Вот и все. Вся разница. Всех под одну гребенку мести нельзя. Ну и что ты так долго? Машин нет, он все стоит, прикидывайте. Вот так тебя поворачивает. Уснул. Коронавирус. Ну, вроде дорог ничего. Подсохло все. Отлично. Сейчас надо самому. Тоже будет, если я буду выходить на речку, на речке и так далее, надо тоже обрызгиваться. Буду брарсом. Низы, ботинки, еще, ну, все. Короче. Гуси, гуси, га-га-га. Белые, домашние. Вкусные. Хотите, да? Запеченные в яблоках. Ну, конечно, молодец, что опахал все. Базара нет. Противопожарный, видите, он опахал поля свои, фермер. А вот траву сжег. Ну, во-первых, и клеща меньше будет, он сгорел, да, который был на полях. Это очень хорошо. Ну и сжигать, конечно, много страдает. Лишь бы она рано сгорала, до гнезд. Птицы делают гнезда и так далее. Вред приносит очень сильно вот эти вот сжигания полей. И так далее. Чибис уже летает. Вот первый раз за весну чибис увидел. Чибис, чибис. Кричат красиво они. Летает, летает. Ладно, бог с ним. Пойдемте сходим, посмотрим. Ой. Воды много. Это хорошо. Молодец, опахал. Меньше пожаров. О, земля рыхлая, сухая. Сколько водища. Ой, сколько водища. Ой, сколько водища. Кошмар. Рыбалка может быть удачной здесь. Угу. Без сапог я туда не пройду. Шум стоит. Болотники доставать. Или костюм брать. Да, шустро он тут все подточил. Подгрыз. Все уничтожил. Шумит мое место. Хорошо шумит. Как туда пробираться? Перезатопил он все тут. Такого до этого не было. Ну ладно, факт то, что он есть, это хорошо. Старенький тоже начал. Ну да. Полегкодючки эти. Утки нету. Почему там такие разливы? Утки нет. Начал грызть последний. Ох, запрудил. Рыбы есть. Будем ловить.
Ладно, все, поехал. Все нормально. А вон не утки. Черки. Повернул сюда, нет, кто-то поднялись. Вдоль болота прошли. Интересно, повернут. Пролетят здесь. Борщевики какие старые стоят. И какая противная ваша заливная рыба. Блин, уже едешь, и вот насчет клещей наговорил, вот, и уже чувствуется, там вроде что-то ползет, там ползет, там ползет. И вот по-любому сейчас приеду разденусь вообще весь. И всю одежду на улице оставлю, и вытряхаться, проверяться и сжигать их. Ну вот, надо будет почитать, разбавить. Блин, опрыскиватель надо было взять. Опрыскать. У меня есть раствор, растворяется, и опрыскивать этот. Обойти вольеры, все опрыскать территорию. Обработать. Почитать, посмотреть. Щенок просто сейчас все хватает, лижет. А не траву же это тоже. И, ладно, я пока территорию трогать не буду. Вольеры сами по кругу можно. Ну, посмотрю, потому что сейчас рубец подаю, посмотрю, витамины. Кальций там с препаратом специально, чтобы он усваивался там нечистый кальций, потому что сам кальций не усваивается у собак, его надо давать чем-то или как-то, какой-то кальций должен присутствовать там для усвоения, поэтому он нечистый кальций. Пошел, инкассаторы пошли, я тоже пойду, наверное, да? успеем на тапочек нажмем. Выкинул мусор. Вон Симба потерял, Симба или Симба потерялась, повесили. Я сейчас тоже рядышком повешу. Вон, видите, потерял собачка. Буду иметь в виду. Мусор все выкидывают. Мы повесим. Все, у меня такое ощущение, что по мне ползают клещи по ногам. Забираются везде. Блин. Быстрее. Обсмотр. Что, морда? А? Хулиганье. А сейчас. Они побегают, я им дам мелкой. Рубец. Этим по костяге, да? Ну гуляйте отдельно. Ну а с баню. Кто там гавкает? По тягушке у мелкой, да? И у этого. А что губами-то? Вон сколько, вся в игрушках. Чуть подъела полностью, да? А морда. Ай, ты ластик, иди, говорун. Творог съел ты, вижу. Все, миссия. Корсил, что ли, на тебя так действует? Чисто, да? Ну во. Ушла от нее. Ты не стала творог доедать. Знаешь, мёпа. Ну, видите, что белка делает? Нападение, видите? Сиди пока, сейчас они побегают. По туалетам они. Я им дам по кусочку. Два кусочка колбаски лежали на столе. Не рассказывай мне сказки, что белка дала тебе люлей. Волчары позорные в натуре. У лягушки зеленой. Беладонна.
Швейка. О, через тянь. Тык-тык-тык-тык-тык. Адреналин зашкаливает. Каюр уже на скаках. О, тебе нельзя физической нагрузки. Так, у тебя еще. Так, обработка у нас через два дня. Злат, пойди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда, Бела. Иди ко мне. Что ты мне сразу туда пихаешь морду? Каюр, каюрбан. Разбирает. Воспитывает. Каюр только берет за шкуру. А это чисто морду тыкает. Чуть-чуть. Слабо. Такие игры. Ну, он сейчас воспитает ее. Сейчас они побесятся. Сейчас. То я контроль такой. Сейчас никаких игр им не будет. Ой, ты там запела песню. Ой, попел, запела. Так, витамины вам еще. А, я давал витамины. Сейчас не побегу, потом мелкой пойдет гулять. Так, пойду я тогда за. Что? Бела, ты когда выключишь свет? Там забрало, у тебя упало. Ты понимаешь, у тебя упало, забрало. Забрало, упало. Там вода в колодце, сейчас пить будут. Я не знаю, каюр там вообще даже купался. Обвалился, когда копали, водопровод проводили. И вот сейчас обвалился, надо будет завозить земли и все засыпать. Так. Оба! Какая там нафиг каша, когда с хозяином. О, пойдем. Кушать пойдем, Злат. На, понюхай, Злат. Такая она вот. Все девки понять такие вот, осторожные. А это уже охраняет. О, все, вся на охране. Интересно, в кого вот такая. Что? Я всем вам на вольер это сделаю эту сетку. Всем. Все 6 вольеров. Во-первых, это надо. Во-вторых, чтобы голова, не, она на нее смотрит и этот начинает лаять. Воспитывает ее. Ага. Так. Латух, иди, вы пописали, покакали. Идите, я с вами потом погуляю еще. Садись, Злат. Злат, ты знаешь, что делать? Злат. Водку? Или с панировкой? Сама зашла. Посмотрите на нее. Сидеть. Бухать мне не надо. Сидеть. Белка сидеть. Белка сидеть. Белку не сидеть. Белка сидеть. Белку не сядь. Вот молодец. Сидеть. Белку не сидеть. Белку не сядь. Сидеть. Голос. На. Молодец. Мелкая. Сейчас я тебя выпущу. Каюр, ты знаешь, что делать? Ну? Я же...
Хотя с костями сказали с тобой осторожно. Ну, вам еще хватит тут. Иди, мелочь пузатая. Выходи. Стемница сырой, да? Что? 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 Побегай, погуляй. Пойдем. Что это мясо? Ты уравновешенный, да? Ты не псих? Ну, хомячит. Сахарный, да? Чего зла? Скажи, о, змеи, да? У тебя точно как детский сад в вольере. Тихо. Да. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну что, теперь тебе надо желудок нарезать, да? А? Тебе желудок надо нарезать? Лапу левую мне дает. Постоянно. Тут заметил, там написал, что ли. Тихо, головой ты в сетку. В эту дверь. Толстожопик. Златка храняет пакет из вольера, рычит. Злат, ешь ты свое-то. Что, морда? А? Морда. О, морда. Волчара. А? Иди ко мне. Иди сюда. Ко мне иди сюда. Бросай мясо должна, я тебя зову. Кто там идет у меня? В будку, да, лучше смотаться. Быстрее, быстрее, не успеешь. Гоняй, Златуха, гоняй. Да, Златкас? Да? Кидаться будешь? Встал, встал. Волчары. Узко, узко. Трик-трик-трик, пасется. Что, весь пух собрала? Полетела. Так, давай я тебе заберу миску. Конечно, подъел с краю все. Половинку съела. На, что другой-то не стал кушать? Я тебе сейчас нарежу прямо на улице. Да? Пойдем. Жарко тебе? Язык на плечо. Чего ты, морда? Да, я тебе здесь порежу. Сейчас попробую, дам ей кусочек отрезать, будет она вообще, да, есть или нет. Если не будет, попробую говяжий дать, свиной. Тут ничем не пахнет. Иди ко мне, на. Такое будешь есть? Не то слово, что-то пролетело, да? Значит, тебе сейчас свиного нарежу. Желудок не жирный. Желудки не бывают жирными. Ну все, я ей большим дал. Мелкой дал. Ес, покушала она. Вот. Но я разделил видео. Я снял на GoPro. Вот оно, GoPro. На поясе.
как говорится. Все, мы, потому что и там люди хотят посмотреть, я разделяю более. Да, детский сад. Прекрати. Все, тихо. А ты давай не тролль ее. Все, это закопала. Кость этот, а желудок она вон в опилке закопала. Ну, с панировкой. Да, Злат, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, морда, морда. Все, на охране. Ты все смолотила. У тебя даже и миска пустая. Творог чуть не доела, Златкин. Ты и молчи, хватит скулить. Каюр, скажешь всем пока? Ты тоже ту в опилке эту, в солому. Я вас перекормил. Скажи всем пока. Каюр, пошел. Скажи, иди ты. Каюр, поди ко мне. Каюр, иди ко мне. Поди ко мне. Каюр, садись. Что там? Скажи всем пока. Каюр, Каюр. Что там? Каюр, голос. Еще. Не бухай, а скажи. Каюр, поди. Подожди, я тебе на глазу. Глаз попал. Каюр, скажи. Каюр, голос. Голос. Молодец. Ладненько, спасибо, что посмотрели. За хорошие комментарии спасибо. За вопросы адекватные и так далее. Живы будем, не помрем. Все будет хорошо. Хватит скулить. Сейчас уйду, и она прекратит. Вот. Всем хорошего настроения. Еще раз первомайскими наступающими праздниками. Всех благ. Как говорится, будьте счастливы. Вот так вот. Главное здоровье. Оно всем пригодится. Так, а я буду распаковываться, убирать это все. Все, всем пока-пока. Как еле этот все, я сейчас закину. А это уже чуть позже выйдет уже на основном канале. Так, прекрати мне там скулить. Что такое? С игрушкой ходит и скулит. С мячиком. Я сейчас переоденусь, уберу эти все мясо и будем... Я выпущу, будешь гулять. Со Златкой выпущу. С мячиком ходит, видите?